Так, народ, всем привет. Начнем нашу распаковку. Сейчас у нас вот такая вот первая посылочка. Она стоит 1070 рублей. И доставили ее за 3 недели. Давайте откроем, посмотрим. Это у нас зеркала для мотоцикла. К сожалению, в них я вообще не разбираюсь. Эти зеркала попросил заказать мой друг. Такие вот зеркала, если кто-то понимает. Здесь вот они настраиваются. Есть настроечка. А крепеж вот такой. Зеркала вот такой формы. Все. То есть никаких ни крепежей, ни болтиков, ничего в комплекте не идет. Только зеркала. Здесь вот они тоже регулируются все. Вот такая штука. Так, далее. Далее у нас петличный микрофон. К сожалению, я вам не могу его показать, как я на него сейчас записываю. Если вам нравится качество записи, то можете без проблем заказывать его. Стоит он приблизительно 90 рублей. Доставка в течение 3 недель. Так, далее. Вот такая вот посылочка. 100 рублей и доставка за 8 недель. Это вот такая вот штука, которая неприятно вот так делает. Раскрывается в огромную фигню. Это маска от комаров, от москитов. То есть она идет вот такого типа. Шапочка мастировочная. Дальше сетка. И снизу вот такая штука для того, чтобы просунуть голову либо шею. Также внутри есть застежка, ну не застежка, а крепеж, чтобы крепить за подбородок. За нее рассказывать особо нечего. Такая штука. Так, вот эта вот посылка, это вообще пришло бесплатно. Дело в том, что я заказал эту посылку, оплатил ее 288 рублей. Продавец ее отправил, но не успел подтвердить то, что он отправил, так что заказ сам по себе отменился. Потом он мне об этом написал, сказал то, что если придет, обязательно написать его и по возможности вернуть деньги. Пришло 7 недель, так что придется продавцу заплатить деньги. Это вот такая штука. Это для жарки картошки, либо варки макарон. Такое, чтобы... Что-то непонятно сейчас. А, во, она раскрывается вовнутрь. Такое вот она глубины где-то. То есть в нее вы можете спокойно засыпать сырую картошку соломкой, положить в кипящее масло. И она будет там жариться. К сожалению, она какая-то запутанная и непонятная. А, во, все продвинулось. То есть занимает вообще, ну, минимум места, сами видите. Такая штука. Так, далее. Далее пошло все подряд. В основном бижутерия. Сейчас не буду на ней останавливаться. 6 недель 70 рублей. Кулончик, который светится в темноте. На самом деле светится. Вот такой вот кулончик. Внутри шарик. У меня круглый, многим он попадается не круглый, но я думаю, это не так уж и важно. На самом деле светится. Цепочка самая обычная, сразу лучше повесить другую, потому что это, кто не знает, на подобные вешают бирки в магазине на одежду. То есть вот такая. Так, это откладываем в сторону. 13 рублей 4 недели. Это вот такой вот символ бесконечности. Он, к сожалению, пластмассовый, просто перекрашенный. Вид у него вообще ни о чем. И крепление тоже две веревочки, ну, ни о чем. В принципе, 13 рублей, так что без разницы. Так, далее. 46 рублей 3 недели. Ну, цепочка также позолоченная, непонятная, обычная такая цепь. О. И вот такая вот лапка. Двадцать семь рублей одна штука, 3 недели. То есть 27 рублей это стоит одна платка. Здесь их 4 штуки. Это, кто не знает, контроллер заряда-разряда. Литий-ионной батареи 18650, по-моему. Здесь есть зарядка от обычного USB, микро-USB или мини.
выход для батарей и выход через ограничения, то есть от защиты, то есть когда там напряжение ниже определенного, плата перестает подавать заряд. То есть полезная штука. Так, далее это у нас 30 рублей 4 недели. Как это открыть? Ну, откроем вот так. Так, это браслетик. Вот такой вот браслетик. Да, все стразики на месте, все в порядке. Так, далее, это уже что-то старое открытое. О, напоследок. 4 недели 270 рублей. Вот такая вот дубинка. Она вообще, к сожалению, какая-то совершенно непонятная. В ней есть какие-то желтые пятна, так же как и красные. Но я думаю, то, что это силиконовые шарики, которые не размешались, то есть плохо их замесили. Сам по себе эта штука какая-то шершавая, непонятная. Вся в извилинах. И также идет без аккумуляторов, однако можно их поставить. Один ставим плюс, другой минус вверх. Как я думаю, без разницы. То есть закручиваем. Ага. О. Так, то есть она как-то надо закручивать не до конца. И с другой стороны здесь регулятор, насколько сильно эта херня вибрирует. Вот такая штука. Мягкая, гнется. Так, главное ее не сломать. Короче, такая фигня. В принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылки на покупки будут в описании. Спасибо, до свидания.